Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo A16s. И сейчас я покажу вам, что делать, если вы забыли пароль от своего устройства и не знаете теперь, как получить к нему доступ. Итак, для начала мы отключаем телефон. После его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и уменьшения громкости. После появления логотипа мы можем отпустить кнопочку питания. Попадаем в такое вот меню, и здесь мы выбираем английский язык. В принципе, сенсор тут работает. Если вдруг не работает, вы можете воспользоваться кнопочками громкости для передвижения и питанием для выбора. Выбираем Format Data. Далее вписываем код, который здесь у нас показан. У вас будет другой код, скорее всего. И нажимаем Format. Нажимаем ОК. И теперь наше устройство должно перезагрузиться. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.